Антуриум хукери, род вечнозеленых тропических растений семейства ароидные. Культивируется в основном как декоративное растение, что примечательно. Название антуриум отсылает нас к Древней Греции и состоит из двух частей. Это цветок и хвост. Как видите, цветок у растения похож на хвост животного и имеет ярко-фиолетовый цвет. Молодые листья антуриума мягкие и ярко-зеленого цвета, а вот с возрастом они начинают темнеть, уплотняются, становятся жесткими, хрупкими и темно-зелеными. Листья очень эффективно поглощают углекислый газ, выделяют много кислорода, поэтому растение часто используется как очиститель воздуха. Цветок ярко-фиолетового цвета готов к опылению. Видите, у него выделились капельки нектара, которые привлекают насекомых. Сейчас можно наблюдать, как развиваются молодые корешочки, со временем они укоренятся. Вообще у антуриума хукери небольшая корневая система, поэтому это растение часто выращивается как горшечное и неплохо себя чувствует в небольших емкостях. Наверное, многие из вас выращивали это растение. Поделитесь своим опытом, потому что специалисты говорят, что очень он капризный и прихотливый. Ну вот и еще одно интересное растение в вашу копилочку. Всем хорошего настроения, не забывайте ставить лайки, подписываться и распространять мое видео.